Наши проекты. Второй класс. Рифма. Рифма – это созвучие концов стихотворных строк. Выполняем задание номер 4 и сочиняем забавные двустишия. Кудахчет курочка, когда играет дудочка. Ирочка-подружка, на носу ватрушка. На ветку села птичка, яркая, как спичка. Задание номер 5. Продолжаем стихотворение. Дождик вылился из тучки. Я успела вымыть ручки. Здесь хорошее местечко. Можно поиграть в колечко. Чики-чики-чикалочки, едет гусь на палочке, муха на копеечке, емелюшка на печке. Задание номер 6. Составляем словарик собственных рифм. Точный, шуточный, песочный, загадочный, цветочный, сказочный и красочный, прочный, срочный, сочный. Погремушка, девушка-болтушка, старушка-хохотушка, игрушка-хлопушка, лягушка-квакушка, ревушка-подушка, избушка-кормушка, кукушка-чистушка. Ночка, лапочка-дочка, галочка-строчка, палочка, точка, ниточка, иголочка, юбочка, сорочка, белочка, девочка, циркачка, козочка, силачка, лисичка, скалочка, уточка, дудочка, птичка, синичка, невеличка, лисичка, сестричка, ягодка, клубничка, девичья косичка, книжка, оришка, трусишка, мальчишка, шалунишка, зайчишка, плутишка, мишка, шишка. Домашнее задание по чтению из рабочей тетради на странице 59. Задание. Придумай пары слов с повторяющимися звуками на конце. Радуга, дуга, нога, баба-яга, шпага, дорога, коряга, рога. Розы-березы, бархатцы, мимозы, занозы, слезы, козы, стрекозы, медузы, морозы, апельсины, мандарины, макароны, именины, тары-бары, лясы-балясы. С вами Ольга Николаевна. Желаю всем творческих успехов, пятерок. Подписывайтесь на мой канал и не пропускайте новые видео.